eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Ну что ж, друзья, всем привет, с вами студия CSL TV и Strike. Сегодня комментирую для вас первый матч, за которым будем наблюдать. Это встреча команд GamePub против HellRaisers. Как вы могли уже понять, карта будет Inferno. Ну, однозначно фаворитой в этой встрече является команда, которая защищает звание HellRaisers. Ну вот, GamePub все-таки в последнее время выступают неоднозначно. Были у них проблемы с составом. Покинуло, вот не знаю точно, то ли 2, то ли 3 игрока. И, собственно, после этого у них был только один официальный матч. Это была заруба. Так, ну вот опять что-то. Мы, наверное, быстро переконнектимся, пока нет у нас скинов. Это была заруба между GamePub и Kikami. Проиграли GamePub в Салат. 16-3 на карте Train, Fox и компания просто не ощутили... Кто там у них остался основной? Это Нена, Юнг, КГР. Вот новички Зера и Негра, если не ошибаюсь. Давайте, наверное, ближе познакомимся с этой командой. Теперь она будет выступать именно в таком вот вайнапе. Ну и что же покажут нам парни? Готовы ли они побороться действительно достойно с командой HellRaisers? Или все-таки будет у нас все в одну калитку? Так, где-то по-прежнему отсутствует Кучерок. Вот... Все-таки теперь он находится на территории Рашки. И тяжко ему, наверное, коннектиться на европейские сервера. Хотя, это такая, наверное, неудачная шутка. Но мы в ожидании начала этого матча. По-прежнему у нас не были сыграны knife round. И еще не определена сторона, за которой будут начинать команды. Что нас ждет сегодня, друзья? Сегодня у нас также довольно-таки интересный денек. И будет... Зачем посмотреть? Будут интересные матчи, а именно следующий матч уже будет у нас плотненькая заруба. Давайте глянем, наверное, что же там происходит у нас. Итак, следующий матч, за которым будем наблюдать, это LDLC против команды Fnatic. Наверное, центральный матч сегодняшнего игрового дня. Все остальные более-менее предсказуемые. Ну, еще бы вот выделил встречу Aces и Online Bots. Мне кажется, все-таки вот здесь также может нарисоваться какая-то зарубка интересная. Aces в последнее время... Также меняли состав и вот сейчас работают над его укреплением. Online Bots не меняли состав, просто поменяли название. Это бывший Miami Gaming. Ну вот у Little A компании должны быть какие-то, вот я не знаю, нотки уверенности против эстонской команды. Так что здесь может тоже будет все очень даже жарко. GamePub LDLC, ну опять-таки же здесь фаворит французская команда. Команда, которая в онлайне невероятно плотно попадает, которая готова перевернуть сегодня Фнатиков. И напоследок у нас будет игра Куражей против Клан Мистик. Ну, вот такие вот встречи на сегодня. Итак, давайте смотреть. Наверное, там... Нет, по-прежнему не хватает у нас Кучерка. Где-то запропастился Эмиль. Может, какие-то траблы, но надеюсь, что в ближайшие... О, а вот и Кучерок. А вот и Кучерок. Именно так и подписался Эмиль. Кучерок. HellRaisers Кучерок. Отлично. Ну вот, как минимум, плюс настроение. Ну и теперь мы готовы. Готовы провести knife round и определить, кто за кого же будет начинать. По-прежнему в студии отсутствует Игорь Сопов. Где-то он уже в данный момент на подъездах к славному городу Киеву. Надо было Игорю выезжать из Украины. Если кто-то знает, кто сталкивался с такими проблемами, кто живет
например, в России, но работает в Киеве, раз в 3 месяца надо покидать территорию нашей страны, дабы поставить какой-то штамп в паспорте. Вот именно за этим поехал Игорь, плюс параллельно, наверное, отдохнул, набрался сил и уже завтра вернется с полной мощью и будет комментировать для вас Фрагбайт Мастерс. Ну, я, наверное, также буду делать это вместе с ним. Ну, посмотрим. Не будем забегать вперед, пока надо дождаться нам боевых рестартов. Теперь уже куда-то пропал один из игроков команды GamePub. Ну и вот наш судья Егор активно спамит. Найф, найф, найф. Надо разыгрывать уже. Почему мы не стартуем? Ну, кстати, интересно вообще, что вот как будет выглядеть команда GamePub. Именно эти парни остановили Astana Dragons на ван-финалах предыдущего сезона, а именно 8-го сезона Star серии. Тогда, наверное, никто не ожидал от серба вот такой вот прыти, и что смогут они перевернуть команду Astana Dragons. На тот момент это были вообще фавориты всего мирового Counter-Strike, но быстро командочка как-то поздулась. Но вот на самом деле просто, наверное, какая-то черная полоса была у ребят, и вот не могли набрать пик формы, не могли сконцентрироваться. Ну, не знаю, что происходило, но вот сейчас это уже совсем другая команда. Hellraisers потихонечку, день за днем набирают обороты, и их основная цель в данный момент — это пробиться на ван-финалы 9-го сезона старт-серии и стать победителями. Смогут ли сделать это парни? Я не знаю, покажет время, но вот как раз такие матчи против команды GamePub — это одна из ступенек, через которые должны переступить Hellraisers. Найфраунд начинается. Так, КГР по-прежнему АФК. Ну вот, нет, вроде бы все нормально, побежал. Нет, это Нена. А вот КГР, кстати. Вот, КГР, все нормально. Все парни подвижны, значит, никого АФК нет. Away from the computer. Вот именно так расшифровывается аббревиатурка АФК. Ну и посмотрите, просто без шансов. Hellraisers вырезает команду GamePub и будут выбирать сторону. Однозначно это будет сторона дефенса, дабы побыстрее закончить все мучения на карте Inferno против своих сербских оппонентов. И действительно, отомстить, может быть, даже в какой-то мере своим обидчикам. Обидчикам, которые не дали заработать денег на StarWadder. Чуть больше денег, конечно же. Hellraisers заняли в тот момент 4-е место и... Сколько же подняли парни? Ну, вот, по-моему, $1500 тогда это было. Такая невнушительная сумма. Но в этом сезоне призовой фонд в 2 раза больше и... будет в 2 раза интереснее. Итак, пистолетный раунд начинается. Опять-таки же будем смотреть, что будет делать команда Hellraisers в дефенсе. В предыдущем матче, а именно встрече против... С кем же вчера играли на Inferno? Это были... Сейчас мы быстренько вспомним. С кем же вчера играли на Inferno и разгромили своих оппонентов Hellraisers? По-моему, это были... Кто же это были? Ёшкин кот. Вот так память. Ну, ничего. Через минут 5 вспомню точно. Ну, а пока наблюдаем. Кучер уже получил порцию дэмэдж на коврах. Доси открывает счет в этом... Счет фрагом в этом раунде забирает негра. Ну, вот дальше все вроде бы неплохо. Складывается ли GamePub'а. Выходит на аплэнд разменом 2 в 3. Адрен и Ангел вдвоем против Нена, КГР и Юнка. Ну и теперь Адрен должен ждать своего капитана, дабы оформить какое-то красивое выбивание. Но вот Адрен не дожидается, получает голову от Юнка. Ангел забирает КГР и Юнк. Второй минус в раунде, и GamePub'ы берут пистолетные. Вот так поворот. Вот так поворот. Нежданно-негаданно Hellraisers проигрывают пистолеточку. На самом деле парни, ну вот я с ними общаюсь каждый день, находятся они в киберарене. И сегодня вот разговор наш с Адреном был таков, типа... Зашел, он тренируется на М-карте и как раз-таки тренирует пистолеты. Проиграли уйму пистолетов. Проиграли вчера Атаксом пистолетный раунд. Сегодня проиграли GamePub'ом. Ну, вчерашний проигрыш Alternate Attacks не помешал им оформить разгром в матче. 16-4 выиграли на Дасте втором, при том, что проиграли пистолетный раунд. Вот так. Так, ну и что же у нас здесь на эко происходит? 4 тяжелых армора. Фулбай у команды Hellraisers. Постараются парни моментально все это дело перевернуть. Адрена выпускает на банан под флешку. Прочекал Казах эту позицию. КГР даже флешку не заметил. Казаха также он не увидел. Ну и спокойно себе контролирует банан с десяточки. Никуда не спешит команда GamePub. Понимают парни, что на эко очень-очень опасны их соперники. И надо действительно взвесить все за и против и пойти на один из... возможных плентов. Итак, Кучер на главке.
Кучерок. Кстати, пропали куда-то его русские буквочки. Вернулся тот самый Кучерок, уже транслит. На карте смотрим, что происходит. КГР на банане. В одиночку пытается зачекать БПВН. Здесь его должен встречать Ангел. Но Ангел погибает. Адрен даже выстрелить не успел. И, собственно, тем временем упало еще два игрока команды HellRaisers на пленте. Адрен будет ли минус в этом раунде? Да, забирает КГР, подбирает его АКМ. Кучерок минус Негра. Ну, вот это уже интересно. Вот это уже интересно, но... зря умирает Кучерок, потому что Адрену вряд ли дадут засейвить девайс. Два игрока уже отправляются на КТ-респаун, а именно... Zero! X-бицепс. Ну вот... попытка сплагиатить Пашу. Итак, Адрен, сделает ли минус еще? Нет. В прыжке SP 90 забирает Казаха. Потеряли геймпаб два девайса, но вот один разменяли, точнее отобрали у Казаха АКМ. И теперь спокойненько будут играть на еще одном экономическом раунде команды HellRaisers. На этот раз будет попроще. У HellRaisers не будет какой-то супер закупочки. Будут парни без арморов, это точно. Но вот пистолеты все-таки покупают. Кучер с ЦЗ-шкой, Ангел также с ЦЗ-шкой. Странно, что Дося без ЦЗ. Маркелов с USP тактику остается, а Дрен и Дося с P2000. Все вот так вот происходит. Ну, посмотрите на экономическую составляющую команды HellRaisers. Действительно, стоит задуматься. И вот в следующем раунде бай будет, ну, не самый лучший. Денег особо много нету, парней. Может быть, постараются перевернуть этот экономический. И вот без тяжелых арморов разгромят команду GamePub. Но вот сербы играют очень аккуратно. И действительно пока не ошибаются. Но это всего лишь пока. Затишье на карте. 45 секунд. Никакого экшена. КГР опять-таки же в одиночку будет проходить по банану. Все контролирует, все проверяет. Здесь все пока спокойно. Ну и встречать его будет Адрен. Кучер, кто будет первым, кто будет хелпать? Казаху? Адрен. Первая пуля по КГР. Ну вот КГР. Непонятно, что он делает своими вот этими движениями. То ли пытается как-то задергать HellRaisers, то ли все-таки пытается сделать опенфраг. Итак, будут проходить по пяти. Дося все это дело готов принимать. Отличный хэдшот по Негра. Преимущество команды HellRaisers в одного игрока. И сербы пока начинают заходить. 20 секунд до конца раунда. Ну вот тяжело будет заходить сербской команде. Итак, Дося. Будет ли второй минус? Кучерок. Вместе... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Проблемы. Проблемы у GamePub. Но Юнг, хедшот по Кучеру, ситуация 2 в 1, Казах против Юнка и Zero, X-бицепса. Подбирает Галил, но Юнг не выпускает его из этой перемычки и оформляет счет 3-0. При этом потеряли геймпабы за 2 раунда, 5 девайсов. Это, конечно, скажется на экономике сербской команды, но, это не главное. HellRaisers понимают, что им надо просто брать свои. Надо брать свои раунды, и рано или поздно сербы будут сливать. Вот вчера мы видели совсем другую модель диффенса. Ангел и Адрен вместе с Доси постоянно втроем занимали банан. Не давали ничего сделать. Блин, кто же играл против них? Ну, сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю, что ж там было у нас. Так, ну и тем временем. Что происходит на карте у нас? Опять-таки же, затяжной раунд от команды GamePub. Ничего абсолютно в начале, в дебюте каждого из раундов не происходит. Очень аккуратно действует GamePub и все-таки стараются ловить на какой-то агрессии команду HellRaisers. Но ашеры все четко. Нам никуда не надо заходить. У нас под контролем все два плента. И добро пожаловать, GamePub. Ну вот интересный раунд намечается. Под раскидку будут сербы выходить на плент. Никакого укрепления у HellRaisers нету. Два игрока по-прежнему на Б-пленте. Ну и теперь самое интересное. Начинается раунд, 45-я секунда. И поехали, поехали. Первый минус от Кучера. На семерочке падает Нена в коврах. КГР забирает Досю. Проблемки для HellRaisers. КГР минус Кучер. Маркелов забрал только одного. Ангел минус Зера. X-бицепс. В итоге 2 в 2. Казах и его ангел-хранитель против КГР и Юнка. Ну вот такая вот интересная ситуация у нас. И кто же здесь станет героем? Ангел в пленте. Забирает Юнка. КГР. Третий минус в раунде. Ну вот КГР серьезно настроен на команду HellRaisers. Адрен. Есть последний минус. И Ашеры оформляют выбивание плента. Дефузового у Казаха нет. Поэтому будет дефузить на том, что есть. 10 секунд ему понадобится. Ну и, конечно же, он успевает. 3-1. Размочили.
Ага, вот. Вот кто же вчера противостоял HellRaisers на Inferno? Это была команда Мим, команда Лурда, команда Мариуша Цибульского. Но Мимы отлетели без шансов. 16-2 счет был на этой карте. Абсолютно без шансов отыграли все это дело HellRaisers. Ну и как же будет сегодня? Сегодня уже отдали 3 на этой карте. Адрена Ангел. Попытка занять банан. Ну, неплохо. Подзорвали Нена. Получил он порцию дэмэджа от гранат. Ну и теперь Кирилл Карасев вместе с Адреном постараются остановить заход на Б-плент. Тем временем, опять-таки же, КГР одного отправляют на А. Вот этот парень всегда идет в противоположные точки и сейчас готов удивлять Кучерка. Заходит вот на такую позицию и получает в голову Кучер. Есть опен фраг. Адрен и Ангел. Ну, просто шикарный прием на Б-пленте. Живых остается только Юнг. Забирает Адрена, но Ангел должен добивать и ставить точку в этом раунде. 3-2. Второй раунд подряд берет команда HellRaisers и должна заставить команду GamePub сливать. Ну вот видим, с экономикой не все так гладко у геймпабов. Есть деньги только у Zero X Biceps. Какой-то сербский клон Паши. Ну и да, экономически смотрим, что же будет происходить у нас здесь. Прогрен десяточки, неплохо заканчивается. Кучерок взрывает Юнка. На коврах Дося с молотом в руках. Ну, вроде бы слышал все происходящее. Ну и да, говорит, заходите, друзья, я готов вас поджарить. Поджарить, пожарить, ну и, собственно, приготовить на любой вкус. Итак, Дося сделает ли минус на коврах. Ну вот, в первого неплохо попадает, оставляет негра красным. Негро! Ну и вроде бы пойдут на Кучерка. Или Маркелов. Ну вот кто-то из этих парней сейчас оформит разгром команды GamePub. Маркелов! Ну, два минуса. Не выпускает никого из геймпабов. Из будки Кучер разменял моментально тиммейта. КГР опять-таки же. Вот пока единственный, кому удается действительно напрягать команду HellRaisers. Сколько настрелял КГР в первой половине? Ну, пока немного. Сейчас досмотрим этот раунд и подробно изучим статистику. Пока у нас счет равный. 3-3. Итак, Юнг и КГР по 7 фрагов. 3 смерти у Юнка, 6 смертей у КГР. Ну вот КГР чересчур агрессивно играет в каждом из раундов. Ну и, собственно, Ангел также является фраг-лидером команды HellRaisers с таким же количеством фрагов. 7 их всего. Ну и Негра пока вообще ничего не может сделать. Претендент на вступление в клуб рулонов. Негра СКН. Ну вот такой вот ник у парня. Если, ну, пока не будем за ним пристально наблюдать, пока просто будем смотреть за всем происходящим. Кучера под флешку забирает КГР на главке. Отличный выход от команды GamePub. Ну, вот такой вот прыти не ожидали. И Адрен уже, нет, это не Адрен, Ангел готов хлопать своим тиммейтам. Подождите, а было укрепление на Б-пленте, и Маркелова забирают без... Нет, и Досю, и Маркелова забирают на А. В живых остается Адрен и Ангел, ну, все тот же, тандем постарается... Ну, я не знаю. Тут уже не по шансам. 2 в 4 ситуация. Бомба стоит. Невероятное отдымление от команды GamePub. И да, надо просто на отходах пытаться подловить сербских игроков. Постараться выбить из них как можно больше девайсов. Или просто уйти на сейф, как и делают игроки команды HellRaisers. Понимаю, что девайсы им ценнее. Что у Ангела с деньгами. Ну, вот как раз-таки у этих парней будет по дропу каждому из тиммейта. Ну вот Маркелов точно нуждается в финансовой помощи. Марик покупал снайперскую винтовку и удалось ему сделать всего лишь минус в этом раунде. GamePub спокойненько сейвит девайсы в больших песках. Ого, что-то поменялось. Как так? Обычно здесь никто не взрывается, а тут чудом выживают двое, и двое погибают. Вот так Вольва. Что-то здесь не так. Ну и прогнозируемая закупка от HellRaisers. Понимают они, что не выжило еще двое у GamePub, и надо все это дело перевернуть. Перевернуть и заставить сербов еще разок сливать. Так, ну вот у нас на первых секундах в каждом из раундов агрессивно действуют Ангел и Адрен. Ну, опять-таки же, занимают банан, но никакого сопротивления здесь не встречают. Сербы спокойненько отдают. Кстати, Юнка где-то неплохо продемажили, получил он порцию дэмэджа, осталось всего лишь 16% здоровья. И теперь должен как-то выкручиваться, как-то, ну вот, по-другому его надо использовать. Всего лишь одна пуля, и Юнг отправляется в таверну. На карте по-прежнему тишина. У Маркелова какой-то экшен намечается или нет? Ну вот Марик пока никого не увидел в этом раунде. Так, а кто же стрелял? У Кучера минус 11 патронов. Дося с полным зарядом. Ну вот... Опача! Все-таки граната Кучерка находит. Находит Юнка на главке. Сербы продолжают заходить
на главочку. Ну и вот Ангел должен первый встречать. Ангел падает. Нена неплохо прочекал. Попал по голове Кирилл Карасеву. И теперь Кучер забирает Нена. Под флешку должен выходить еще раз. Неплохо откидался Эмили. Будет ли второй минус? Да, забирает. Забирает Негра. Маркелов тем временем падает на главки. И теперь все зависит только от Дося. Дося, даст ли пройти Зера на флэн? Дося все-таки забирает. Зера X-бицепса. КГ развалил двоих. На, и теперь ситуация один в один, но КГР красный. Просто баскетбольная тайминговая граната от Досяна. И счет опять-таки же равный. И геймпабы будут сливать. Что позволит, конечно же, команде HellRaisers вырваться вперед в этом матче. Ну, на самом деле, пока не все так просто для Шеров. То, чего, например, ожидал я, это легкого трипа для команды HellRaisers, пока не происходит. Геймпабу показывают зубы и, может быть, просто... Опа, чё? А вот это уже интересно. Бомбу не поставили, было по 1000 у четверых, и парни решили закупиться. Форсбай у команды GamePub. 3 АКМ, 1 Галил. И ЦЗшечка. Вот такой вот арсенал девайсов на этот раунд у сербской команды. Ну и в очередной раз парни будут очень-очень долго развивать свои атакующие действия. Юнг в одиночку прогнал Ангела и Адрена с бананом. Ну и очередной выход у нас намечается на главочку. Вот так вот будут принимать ее HellRaisers. Маркелов под карнизом. Кучер на пятерочке. И что же будет происходить здесь? Маркелов зафлешили. Марик. Ну вот у Егора что-то не идет сегодня игра. Дося постарается исправить всю эту ситуацию. Так, а посмотрите, массовая миграция команды GamePub на B-Plant. Ангел забирает Нена на главке. И теперь все зависит только от Адрена. Ангел уже спешит на помощь своему тиммейту. Адрен неплохо откидывается. И что, 20 секунд до конца. Стоит команда GamePub, и их, по-моему, жестко прочитали. Адрен вставляет красный. Ну, здесь все должно быть просто для Адрена. Хотя нет, посмотрите, ситуация... Два в одного, и в живых остается только Негра. Негра. Давай посмотрим за ним, и Дося оставит точку в этом раунде. Три минуса Дося с ХВП, и пятый раунд для команды HellRaisers. Да, что-то как-то я не уследил за экономикой. Все-таки думал, что эко будет в предыдущем раунде. Но геймпабы показали волюшку, показали характер, показали, что могут закупаться и не фулбаем. Но раунд, который парни оформили, это было, конечно же, что-то нечто. Сделали минус на главке, при том, что находились там практически всем составом. И потом началось просто топотуны. Побежали на бэплэнд. Все это четко понимали HellRaisers. Ангел сделал минус на главке. И была абсолютно вся информация у HellRaisers, дабы спокойненько себе принять бэплэнд. Дося на коврах. Опять-таки же три минуса в его исполнении. Ну и теперь вроде бы настает череда Кучерка или нет. Zero X Biceps неплохо мансует, прячется в доме. И все-таки постарается подловить на ошибке кого-то из игроков команды HellRaisers. Так, ну вот Дося не видит, а вот Досяна как раз таки заметил Zero X Biceps и неплохо выходит на того. Так, что же там дальше? Ну, забрал еще и Марика, и Кучер разменял своего тиммейта. Потеряли HellRaisers два девайса. Казалось бы, абсолютно никаких проблем уже не возникнет, когда Zero X Biceps остался один против двоих. Но... Сумел он забрать Досяна. Ошибка на коврах. Показал плечик или показал дуло, которое заметил Zero X Biceps. Подокрался впритык и потом выбежал просто с префайером. Ну что же, очередное занятие банана. Ангел и Адрен. Ну, опять-таки же, абсолютно пассивно играют на банане геймпабы. Ну вот уже можно было догадаться и спокойно принимать. Итак, Дося готов принимать выходящих по коврам игроков команды GamePub. Смотрим, что здесь будет происходить. Ой-ой-ой, не совсем удачный тайминг. И пошел выход. Дося, ну, просто развалил выходящих с ковров сербов. В живых остается только Юнг против троих игроков. И Юнг выходит на два ствола и погибает моментально. Кучер и Адрен забирают того. Ну и, собственно, 7-4. Потихонечку HellRaisers все-таки захватили преимущество в первой половине. Уходят в отрыв. Ну вот теперь остался вопрос только, с каким счетом выиграет команда HellRaisers в первой половине.
И теперь очередной экономический для геймпапов. На самом деле парни точно так же играли в прошлом сезоне. В онлайн-части, я имею в виду. За атаку мало чего получалось. Ну вот на этот раз взяли пистолетный, взяли еще один раунд. Ну и, собственно, основная мощь, показанная геймпабами, была продемонстрирована за сторону дефенса. Итак, Дося на коврах. Опять-таки же три минуса от Десяна. Просто в дыму нахалявил еще где-то Юнка. Стрелял в Zero X бицепса, но попал Юнку в голову. 8-4. На эко никаких проблем у HellRaisers не возникло на этот раз. Впервые, кстати, в этом матче не потеряли никого парни и в сухую приняли сербскую команду. Так, ну что ж, закупочка от Нена и компании. Смотрим, что будет происходить здесь. Опять-таки же, банан оставляют без внимания. Не будут занимать эту позицию. КГР и Юнг. Также в десяточке смотрим, что здесь происходит. Ну, вот такие вот позиции для контроля банановой команды GamePub. Тем временем, HellRaisers все-таки пытаются продавить дальше. Найти хоть кого-то, хоть разок. Удастся ли сделать опенфраг на банане команде HellRaisers? Ну, вот пока сербы не давали поводов для фрагов. Юнг нашивает Адрена. Ну, как видите, с КМ попасть на 1% здоровья, это надо уметь. Это надо уметь. Ну, вот просто невероятное количество текстур. Ну, вот Адрена неплохо потрепали. И 32% здоровья остается у казаха. И вынужден он капитулировать с Б-пунта и звать своего ангела-хранителя на помощь. Неужели у нас будет, наконец-то, заход на Б-пуэнт? Ну, вот единственный раз, когда заходили... Точнее, не единственное, было два захода на Б-пуэнт. Один с поздней перетяжкой и один нашифрованным раундом. Нашифрованный раунд приняли без шансов HellRaisers. А вот когда перетяжка, также вот долго что-то стояли, ничего не получалось. Ну и в итоге провалились геймпабы. Раунды брали сегодня только на А. Итак, опять-таки же, КР в одиночку пытается сдержать напряжение Б-пуэнт. Это у него получается. Тем временем заход на Кучерка. Продавил его Нена, Маркелов и Дося. А нет, продавили не Кучерка, продавили Марика. Где же Дося? Дося в больших песках. Забирает Негра. Делает второй минус, забирает X-бицепс, выбивает бомбу. Она в больших песках. Две секунды до конца и просто-напросто не успевают поставить бомб-вент геймпабы. И проигрывают очередной раунд. Ну, действительно, что-то странное происходит у нас. Геймпабы слишком долго медлят, после чего начинают атаковать, что, конечно же, позволяет HellRaisers просто играть на удержание времени. Что... Вот в этом, точнее, в предыдущем раунде сыграла злую шутку сербская команда. Итак, Марик с АВП. Что со статистикой у Маркела? 6 фрагов, 11 смертей. Вот такая статистика Марика. Ну вот, наконец-то, open фраг. Вот снайпера команды HellRaisers забирает Юнка в десятке. Кучер Адрен, ой-ой-ой-ой, где там у нас экшен? Будут заходить на главку. Маркелов и Дося все это дело контролируют. Какой тайминг для Марика не совсем удачный. Мог заметить Негра чуть раньше, но Негра также контролировал ковры. И теперь Zero X Biceps постарается зайти к Марику в спину. Но, Маркуша, что ты творишь? Маркуш просто не спешит стрелять. Идет по стопам. Понимает, что здесь может находиться на главке еще один игрок. И правильно все Марик делает. Припайером еще выстрел на главочку. Пытался забрать Негра. Кстати, Негра все-таки выбрался с нуля. 4 фрага, 2 ассиста, 12 смертей. Ну и действительно, сколько же... Так, а что это делает Негр? Просто решил постоять в коктейле Молотова. Поджарился немного, разгорячился. И теперь готов заходить на Б-плен, где Адрен с Ангелом просто без проблем его остановили. 10-4 и последний раунд первой половины. У сербов очень-очень плохой. Хотя нет, даже на АВП насобирал Юнг. Сейчас постараются штрафовать Егора на главке. Довольно-таки неплохой респаун. У Марика также средний. Но Марик на главку в этот раз не пойдет. Понимает, что могут законтролить и спокойненько себе пойдет на ковры. Нет, или в дом пойдет. В дом пойдет, да. Ой-ой-ой. Минус 33% здоровья от Юнка. Точнее, от Маркелова Юнку. Юнг забирает ангела на банане. Какой-то, наверное, рандомный выстрел в дым. И упал капитан команды HellRaisers. Кучер также потерял кучу здоровья. Кучу-кучу здоровья. 93%. Что же так надымажило Кучерка? Ну вот, пока непонятно. Адрен занял вот такую вот позицию на банане. Спокойно
контролируют заход на B-плент, что позволит HellRaisers принимать A-плент в составе из троих игроков. Итак, Дося, Маркелов и Кучерок. Вот такие вот парни у нас будут принимать заход на А. Итак, Марик с АВП. Ну вот, Юнг не попал. Тем временем Дося. Ловит хедшот от Zero X бицепса Маркелов. Один против четверых на пленте. Зажат внутри плента. Ну и здесь Мариков просто не отпустят. Адрен также против четверых. И Казах оставляет двоих красными, но минус атак сделать и не сумел. 10-5. 5 раундов в атаке для GamePub. На самом деле это не худший вариант развития событий. И теперь надо брать пистолетный за дефенс и навязывать свою игру команде HellRaisers, что, собственно, получилось у сербов на ван-финалах 8 сезона. Статистика еще раз на ваших экранах. В первой половине Дося 19 фрагов, 9 смертей. Кучер 16 на 10. Ангел 9 на 7. Маркелов 8 на 12. 12 раз умер Марик. При том, что максимальная смерть у команды GamePub — это Негра. 13 смертей, 5 фрагов. Ну и вот так вот. За 10 взятых раундов Марик, ну вот, выживал минимальное количество из них. Ну что ж, 12 секунд, уже точнее 10, остается до начала второй половины. И пистолетный раунд даст нам уже кое-какие ответы, кто же станет победителем в этом матче. На самом деле, я думаю, так же, как и я, вы знаете, кто выиграет этот матч. HellRaisers, я уверен, не допустят поражения от команды GamePub еще раз. Это действительно принципиально важно для парней. Надо отыгрываться им за проигрыш на ван-финалах 8 сезона и забирать очки, дабы бороться за проход на ван-финалы 9. Итак, смотрите, какой девайс у Нена. Это долберет. Юнг получил порцию демеджа. Это произошло на главочке. И поджим от команды GamePub. Дося на коврах забирает КГР. По-прежнему здесь Нена со своими ковбоями. Вроде бы все четко слышит Досян. Ну да, столько натопал Нена, что сюда Дося уже так просто не пойдет. Итак, что происходит на карте? Адрен, Ангел, Кучер пытаются продвигаться постепенно по банану. Как видим, там идет дымление от команды GamePub. Негра и Zero X Biceps готовы принимать заход на B-плент. Но куда же пойдут HellRaisers? Куда же пойдут HellRaisers? Юнг под флешечку, прочекал главку. Никого здесь не увидел, что позволит остаться двум игрокам на B-пленте. Ну и непонятна мне роль Марика и Доси в этом раунде. Парни просто контролируют поджим, и тем временем уже начинается какой-то экшен на банане. Адрен готов заходить. Ага, вот что тут происходит. Казаха будут запускать на респаун. Казах минус в респе. Забирает Zero X бицепса. Будет давить Юнка. Ну вот Юнг с первой же пули вырубает Адрена. Нена. Ай-яй-яй, минус Дося в коврах. Нена. Падает от Марика. Ну вот есть один красный игрок команды GamePub. Это Юнг. С самого начала получил он... Действительно много дэмэджа. Марик, попытки перестрелки. Непонятно, зачем стрелялся Егор. И теперь 2 в 2. Ангел забирает Негра и остается красный Юнг. Против двоих игроков команды HellRaisers. Ну, такой пистолетный HellRaisers не должны проигрывать. И, собственно, берут его. Кучерок ставит точку в этом раунде. 11-5. И отвечают взятым пистолетным Ашеры. Будут набирать оставшиеся раунды в атаке без особых проблем. Ну, вот почему-то мне так кажется. Солидарны парни из Сербии со своими оппонентами. Точно так же закупаются максимально сильно на первом же эко-раунде. Покупают тяжелые арморы. Раз, два, три, четыре. Четыре файв-севена и только одна ЦЗ-шечка у Zero X бицепса. Смотрим на карте, как расположилось укрепление команды GamePub. Два игрока на Б и три на А. Ну вот все дефолтно. На самом деле можно было пробовать как-то угадывать. Ну и вот позиции вот такие, которые будут приниматься на Б-пленте. Смотрим, чем же все это закончится для команды GamePub. Ну вот интересно, на самом деле, прочекают ли Ашеры вот такой вот заходик. Но HellRaisers под раскидку будут врываться. Нет, врыв от команды GamePub. Под флешку сразу же двое сербов ворвались на банан. Кучер забирает Негра. Но осталось разобраться с Zero X бицепсом, и все будет спокойно в этом раунде. Продолжается раскидка. По-прежнему не стянулись тиммейты на помощь. И горит Zero X бицепс. Дося спалил просто своего оппонента. И уже у нас коты занят B-плент. Занят B-плент команды HellRaisers. Ну и теперь, вот зачем лезть дальше? У вас 3 5-7, 3 тяжелых армора. GamePub, надо уходить на сейв. Надо сейвить свои арморы. Надо выжить в этом раунде.
Ну вот, честно, я не понимаю, что сейчас делают парни. Задача их не умереть, а они пытаются в первую очередь сделать минуса. Ну и, как видим, без этого ничего не получается. Только Нена забирает Десяна, и счет становится 12-5. Ну, на самом деле, как-то бездумно сыграли сербы в этой ситуации. Я бы на их месте бежал бы уже давным-давно на сейв и старался сохранить. Каждый потратил по 1500 зеленых енотов минимум. И это бы сыграло свою роль в этом раунде. Итак, еще один экономический ожидает сербскую команду. Ничего не предвещает беды для команды HellRaisers. Ангел Адрен на банане, Кучер контролирует поджим по главке, Дося спокойно проходил по коврам, и Егор Маркелов в белье. Ну вот раньше называлась эта позиция белье. Сейчас уже, по-моему, здесь ничего нету, никакого белья. Здесь просто какой-то балкончик, терраса даже целая. Но опять-таки же будут проверять на прочность ZRX бицепса и Негро. Негро СКН. Просто СКН. Что это такое, непонятно. Наверное, на главке получил немного дэмэджа. Ну и теперь, опять-таки же, под раскидочку HellRaisers будут заходить на Б-плен. Смогут ли сделать хотя бы парочку минусов игроки команды GamePub? Ну вот ZRX бицепс упал. Негро, как же нагло играет. Как он сюда пробрался? Объясните мне, пожалуйста. Как его не заметили HellRaisers? Просто на морозе выбежал, забрал Адрена. Поставил хедшот еще и Десяну. Ну, в живых уже остается только КГР. Попытается сделать второй минус, но этого сделать Ангел не дает. 13-5. Три раунда остается до победы команде HellRaisers. И наконец-то наступает первый полноценный бай у команды GamePub за дефенс. Ну вот, что покажут парни в оружейном раунде, это уже интересно. На Эко не удалось навязать действительно каких-либо больших проблем Ашером, но вот теперь надо постараться. Занятие бананов в составе из троих игроков. Все это дело должен, конечно же, пресекать Казах. Так, ну и посмотрите. Опа-опа-опача. Точно так же, как вчера играли против мимов. HellRaisers составляет здесь ZRX бицепса. Ну, у Ашеров здесь стоял Адренчик. И все спокойно контролировал. Еще один дымок. Ну и у команды HellRaisers намечается выбивание банана. Ну вот, только прилетел дым, сразу парни передумали. Итак, Ангел и Адрен будут заниматься как раз-таки выкуриванием позиции банана. Ой-ой-ой, как же заставляют ошибаться ZRX бицепсу, но при этом парень забирает двоих на банане, только Кучеру удается разменять сербского игрока. Вот так вот на ровном месте, казалось бы, все идеально четко сделали Ашеры, но ZRX бицепс просто выбежал из огня и забрал двоих восставших из ада. Негра СКН, минус Дося, и в живых остается у нас только Марик с Кучерком. Будут заходить на Юнка, Юнг на Б-планте. Вот на такой вот позиции. Действительно, зажато играет Юнг, но это сыграет свою роль Нена. Забирает Кучерка, и Маркелов уже один против четверых. Так, ну вот Юнг слышал. Марика, ого-го, вот это реакция от Маркелова. Вы все прекрасно видели, с X-Ray Марик шел с прицелом на банан. Но вот как только появился Юнг на прицеле, моментальный рывок вправо, и упал сербский игрок. Ну вот хоть так. Я думаю, должен Юнг теперь опасаться Егора. То, что происходило в первой половине с Мариком, мы, конечно же, его не узнавали. Но вот привыкли, что Марик играет очень аккуратно, очень тайтово. А у Марика было при выигранных 10 раундов 12 смертей. Итак, агрессия от Нена. Забирает Кучера. Неужели сербы решили дать камбэк в этом матче? Тем интереснее будет за этой встречей наблюдать дальше. Адрен в одиночку на банане пытается отогнать сербов с такой вот немаловажной стратегической позиции. Ну и, в принципе, это у него удается. Теперь уже вместе с Ангелом будут продвигаться дальше. Куда же все-таки пойдет команда HellRaisers? Дося и Марик на коврах с бомбой в руках. Ну вот, сербы все контролируют. Два игрока на Б, три на А. Пока все спокойно. Итак, будет заход на плент. Будут проверять Юнка и Нена на прочность. Вот такие две позиции были у сербов. Пытались сначала агрессивно играть на главке, но потом передумали и перетянулись. Итак,
Что же будет происходить? Нена получает в голову от Кирилла Карасева. КГР вынужден сразу же смещаться, и заметили его позицию. Hellraiser. Сьюнг забирает ангела. Адрен разменял тиммейта, зная, что в больших песках находится КГР. КГР сможет ли действительно испортить настроение Hellraiser в этом раунде? Ашеры на морозе, просто игнорируя, отрезая дымами, поставили бомбу на А. Ну и теперь выбивание от команды GamePub. Дося забирает Zero X бицепса. Ну и что же делать дальше? Адрен минус Негра, ну и в больших песках остается КГР. Один против троих. КГРчик, и что же делать теперь? Непросто придется этому парню. И получает он хедшот от Досяна. 14-й раунд для команды Hellraiser. Не дают закрепить геймпавому успех, при том, что в этом раунде все начиналось очень хорошо. Нэна сделал опенфраг, забрал кучера. Но дальше не смогли принять парни аплент и проиграли очередной раунд. Вот так вот обидно все заканчивается для сербской команды в этом матче. В данный момент проходит у парня экономический, ну и это позволит взять Ашером 15-й. Ну а после этого будут сплошные матч-поинты для Hellraiser, и я думаю, они их быстренько реализуют. Итак, такой же долгий раунд намечается у Hellraiser, и в этом в моменте никуда не спешат парни, ждут в первую очередь ошибок от команды GamePub. Не понимаю, скорее всего, парни, точно ли там эко или все-таки какой-то форс-бай. Сербы до сих пор не полили свои девайсы. Кстати, интересная позиция. Точнее, ну не то, что интересная, а вот довольно-таки предсказуемая, но свежесть добавляет вот такая вот подсадочка в наших матчах. Опять-таки же, под раскидку Б-плента будут врываться. Куда будут врываться? Hellraiser. Zero X Bizet заходит на кафель, забирает Адрена, но Маркелов тут как тут разменивает своего тиммейта. Вчетвером парни занимают Б-плент, устанавливают бомбу. Дося остается на банане, ну и троица на пленте, точнее на Б. Маркелов минус в респауне, забирает Нэна. Перестрелка с Юнгом также выиграна. В живых остается только КГР и... Ну, безвыходная ситуация у КГР. Даже не знаю, что ему тут надо сделать. Просто надо... пострелять. Ну вот, собственно, попробовал, и Егор его забирает. Третий минус от Маркелова. Нет, даже четвертый минус от Маркелова в этом раунде. И теперь наступает серия матч-поинтов. 9 попыток заполучить 3 очка в этом матче у команды Hellraiser. И мы посмотрим за первой. Я думаю, что-то мне подскажет, что она может оказаться последней. Но не хочу забегать вперед, просто будем смотреть за всем происходящим. Так, ну вот агрессивно пытаются разыграть сербы этот раунд. Маркелов ждет экшена от Нэна. У Нэна вот такая вот позиция. Полностью отдают главку. Никакого контроля на этой позиции у команды GamePub нету. А Нэна слышал, по-моему, заходящих игроков. Ой-ой-ой, а где же это произошло? КГР вместе с Нэна. Два минуса на коврах. Упал Маркелов и Дося. Кучер, Адрен уже прошли на 5. И об этом не подозревают игроки сербской команды. Адрен минус Юнг на главке. По-прежнему двое остаются в коврах. Ну вот такие вот железобетонные позиции. Парни просто не могут уйти. Не могут поверить, что никто их не ожидает. Итак, кто же ждет выход по коврам? Кучер. Есть минус КГР. Уже 3 в 3. Бомба ставится на пленте. И теперь где же Нэна? Также пойдет по коврам. Получи дымок в лицо, и теперь будет выходить с ковров крайне тяжело. Итак, позиции команды Hellraiser. Кучер в больших песках, Адрен в пленте и Ангел в тюрьме. Ну, вот так вот называется эта позиция. Ну и смотрим, что же будет происходить. Минус от Ангела забирает выходящего Нэна по коврам. Кучер минус Негра, ну и Адрен забирает Zero X бицепса. По одному расписали при выбивании сербской команды Ашеры и взяли победу в этом матче. 16-6. Еще раз покажу, друзья, что у нас будет дальше. И после этого отправимся на рекламную паузу. Итак, матчи, которые будем смотреть дальше. LDLC против команды Fnatic. GamePub versus LDLC. Aces против бывшей Miami Gaming, они же OnBots. Courage Gaming против Клан Мистик. Это будет последняя встреча сегодняшнего игрового дня. Ну что же, я ухожу на рекламную паузу и вернусь, как только LDLC и Fnatic будут готовы начать свою эпическую зарубу.